Вместе за безопасность дорожного движения. Этот республиканский социальный проект вот уже 3 года привлекает внимание общества к соблюдению правил дорожного движения. В его рамках проводится большое количество разнообразных акций, конкурсов, викторин. В Канаше прошел очередной этап проекта. «Заметнее на дороге» под таким названием прошел республиканский конкурс юных инспекторов движения. 8 команд соревновались, кто же лучше знает правила дорожного движения. Визитка команд, оказание первой медицинской помощи, езда по автогородку, фигурное вождение велосипеда, исторический авторакурс. Ко всем этим этапам конкурса участники готовились основательно. Кроме того, состоялся танцевальный флешмоб под необычным названием «Регулировщики движения». Конкурса третье место заняла команда юных инспекторов движения Азимсерминской средней школы Вурнарского района. Серебро получил отряд из Ухманской школы Канашского района. Ну а лучшей стала команда детского дома творчества города Канаш. Все участники получили дипломы и светоотражатели, чтобы стать заметнее на дорогах. Женина, Республика.